актуальности насилия для современного гуманитарного знания он очевиден эмпирически. Область исследований в этой области все время возрастает. И прежде всего потому, что наше время вообще проблематизирует насилие, может быть, впервые в истории ставит вопрос о том, можно ли в принципе построить общество вне его, можно ли без него обойтись на практическом уровне. И возникает вопрос, откуда оно берется, какие социальные и общественные потребности оно обслуживает, есть ли те зоны, в которых оно в принципе может быть оправдано или их вообще не существует. И это вопросы скорее для социальных наук. Но для гуманитарных наук существенно понимание историзма этого, изменение взглядов, историческое изменение взглядов на Василия, возникновение разных точек зрения, история дебатов о нем. И это необыкновенно важно для гуманитария понимать, как этот центральный антропологический вопрос сегодняшней действительности рассматривался в истории, в искусстве, в философии, в других сферах духовно-интеллектуальной деятельности человека.